мир сегодня так очень быстро меняется. С этой точки зрения, я думаю, мы все должны учиться, постоянно учиться, что нового в мире. Да? Потому что технология – это просто одна из вещей, которая нам помогает достигнуть наши цели. Но знать, как это использовать и на что мы хотим это использовать, это тоже очень важно. Постоянное образование, чтобы мы знали, что в мире происходит, какие новые технологии. Мы очень уважаем участие университета в нашем программе и получить сертификат, который просто демонстрация того, что человек опытный, имеет какой-то уровень знакомства с этой или этой технологией. День рождения 85 лет. Я желаю представителям университета и всем студентам, чтобы имели позитивную эмоцию и энергию, потому что на базе этого можно построить любую вещь. Да? Значит, я желаю, чтобы у вас была позитивная энергия, чтобы между людьми здесь была позитивная эмоция, потому что это то, что дает этому зданию душу, я бы так сказал.